Здравствуйте, в эфире программа «Афиша» и я ее ведущая Наталья Жукова. Расскажу, что ждет жителей и гостей города на этой неделе. 15 февраля – день вывода советских войск из Афганистана. 14 февраля, накануне Дня памяти воинов-интернационалистов, в 13:00 в Музее истории города Лобня состоится встреча ветеранов афганской войны 1979-1989 годов. К памятной дате здесь подготовили тематическую экскурсию. Включающий обзор музейных экспонатов и выставок. Вниманию посетителей представят документальный фильм, посвященный лобнинцам, участникам афганской войны. В День всех влюбленных творческая молодежь города приглашает на праздничный концерт во Дворец культуры «Чайка». Всех желающих провести вечер ярко в хорошей компании ждут 14 февраля в 18:00. А у тех, кто по той или иной причине пропустил праздник, есть возможность наверстать упущенное на следующий день. В пятницу 15 февраля в 19:00 артисты театра «Камерная сцена» приглашают на поэтический спектакль-концерт «Грани любви». В субботу 16 февраля на сцене Дворца культуры «Чайка» спектакль «Морозко» в постановке Московского губернского театра. Русская народная сказка по замыслу режиссера Аллы Решетниковой дополнилась новыми героями, увлекательными приключениями и неподражаемым юмором. Тех, кто готов не только понаблюдать за сказочными героями, но и стать соучастниками событий, ждут в 12:00. А в 13:00 школа искусств приглашает лобнинцев на концерт, подготовленный воспитанниками и педагогами школы к Дню защитника Отечества. Если вам интересна история родного края, загляните в 14:00 в Музей истории города. Авторский проект Татьяны Роговой – увлекательная и познавательная лекция «Моя Лобня» поможет окунуться вглубь веков и узнать много нового, полезного и интересного. В воскресенье 17 февраля в 11:00 в концертном зале школы искусств состоится ежегодный городской открытый конкурс патриотической эстрадной песни. В этом году он посвящен памяти президента музейно-мемориального комплекса танка Т-34 Ларисы Васильевой. В конкурсе примут участие солисты и ансамбли школы искусств, городских учреждений культуры и общеобразовательных школ. В 12:00 театр «Куклы и люди» приглашает на кукольно-драматический спектакль «Золотая рыбка». Сразу после представления детей и их родителей ждет увлекательная викторина по сказкам Александра Сергеевича Пушкина. В 12:00 во Дворце культуры «Чайка» состоится встреча друзей. Там пройдет фестиваль академического хорового искусства, посвященный 250-летию храма Спаса Нерукотворного образа в Киево. Свое творчество представят хоровые коллективы из городов Дубна, Ивантеевка, Лобня. Прекрасным завершением выходных может стать спектакль «Не все коту масленица» театра «Камерная сцена». Это эксцентрическая комедия о жизни и быте московского купечества 19 века, не потерявшая актуальности и сегодня. Лобнинцев и гостей города ждут в 18:00. На этом у меня все. Приятного отдыха. До свидания.